И всем привет, с вами Макс Риск. Так, получите уровень 10, так мы уже смотрели, на канале можно поставить ролики. 10 левел нужно улучшить. Я понял. Так, перейти, давайте прокачаем. Что нужно еще прокачать? Так, безумие, просто безумие. Вместе с вами я расскажу еще новых гайдов, кто мы еще не знает про это всю новую игру. Смотрите, у нас тут есть 34-35 минут, что не в курсе. Ладно. Так, дать, получить. Ну это хорошо, что мы получаем. В общем, нажимаете сюда и получаете это все. Конечно, вы ждете там час. Я думаю, каждые 5 минут дает. Ну блин, друзья, я не знаю, чем случилось. Кстати, хочешь получить награду? Да, все хорошо. Он дает нам награды. Там батарейки. Ну блин, этот чувак долго как-то. Вы не знаете, как это исправить? Кто знает, пиши в комментариях. Это новая ошибка. Так, вот нажимаем на тут железяку, на железную штучку нажимаем бесплатно. Также покупаем бесплатно, то есть можно, конечно, потратить, так банально, но еще четко он у нас есть, только вам не советовал. В том случае, если вам нужно квест выполнить, я вам советую, когда будешь квест выполнять. Также за 5, каждые 5 минут заходи, получай 5-ку. Вот. Бесплатно. Давай, сумеешь это сделать. Так что это так нажимаем, что прям так. И ждите, пока миссия. Нажимайте на квесты. Квесты. Забрать награду. Забираем все награды. Так. Вот. Потом нам говорят улучшить. Потом победить мутанта. Давайте. Нужно, конечно, армию прокачать, но потом, друзья, потом. Сначала не нужно сразу гнать. Нужно отдохнуть. Да, потом перейти на гражданский. Громадян, типа того. Так, забираем. Нанять обучающих. Вот. То есть не улучшать, а обучать. Ну, такое вот обычно. Ну, гайд есть гайд. Поиск. Не, потом. Так вот. Потом. Так, давай тогда. Принять. Собрать 2000 жетон. Давайте соберем. Говорят, нужно квесты выполнять. Вижу. Давай. Хоть там немножко. Ну, хай будет. Давай, ты пойдешь. Чувак там, соберите прижим. Давайте. Видите, сколько квестов? Капец, что происходит? Так, перейти. Угу, да. Так, вот воевать нужно. Так, не хочу. Телефон лагучий, говорят. Какой лагучий? Не, нормально. Так. Тут у нас, конечно, там плохо, что мы дали слабо, но, друзья, нужно надеяться на это. Верить. Свою силу. Так, собираем всякие наградыки. Там, потом нам говорят разведку. О, пошло дело. Потом, да? Что там еще есть? О, покачка, видите? Ладно. Мы не будем ускорять. Или будем, ну потом что. Так, вот, забрать. Вы продуктами. Что, блин? Ладно, в общем-то, если вы там все выполняете, но вы не получаете там какие-то маленькие там всякие центы, нажимаете на прогресс, будете просто рандомно, если вам скучно, просто нажимаете эту прокачку. Исследовать. Я ресурсы выбираю, потом уже достижения всякие, потом выбираю награды, потом нанять, потому что армия падает, нужно прокачивать армию, потом уже будем улучшать. Если будем улучшать, нужно очень много тратить наших ресурсов, а вы знаете, что их не так уж и много. Так, в общем-то, как-то все, так, не все, заходим, мы нашли новое местечко. Так, 1667, а я могу получить главный рейтинг. Как мне получить? Так, наберите 1000 очков на опыте, как это сделать? Я понял, окей. Я буду пока что собирать. Значит, берем вот так. Всякие. Да. Марш. Потом бананы. Потом это. Потом вот это. Вот это. Потом бомбите. И выполните квесты. Получайте награды. Быстрее 6 часов. 6 часов. Всем удачи. Всем пока.